Глава городского округа Андрей Булгаков посетил опытный завод номер 31 гражданской авиации. Повод достойный, на производстве открывается новый цех. Завод начал работу с ремонтных мастерских для самолетов в 1953 году. Кроме того, здесь активно развивалась радиотехническая отрасль. Ремонт и производство радиолокационных систем были освоены к 1962 году. Позже завод отметился ключевыми разработками для гражданской авиации, которые используются и в настоящее время. Единственная в России аэродромная тормозная тележка АТТ-2 производится в Щелкове, изготавливается для всей страны и ближнего зарубежья. И это флагман предприятия. Сегодня завод выпускает стационарные электрораспределительные колонки, передвижные осветительные установки. В планах расширять ассортимент, поэтому в октябре заводом введено дополнительно 1310 квадратных километров площади с производственной мощностью в 250 кВт. Производственная площадка предназначена для обустройства собственных нужд металлообразующего производства.